Сегодняшнее аппаратное совещание провел глава муниципального образования Хасаюртовского района Джамбулат Шапиев Салау. Вначале традиционно с информацией выступил Мустим Али Султанов, управляющий делами администрации. 11 января под руководством главы муниципального образования Джамбулат Салау состоялось первое рабочее совещание в 2016 году, где приняли участие заместители главы администрации района и начальник отдела полиции МВД России по Хасаюртовскому району Асламбек Абдулмажитович. В повестке дня был обозначен вопрос обсуждения предварительных итогов основных показателей социально-экономического развития района за 2015 год, план мероприятий и реализации приоритетных проектов развития Республики Дагестан в муниципальном образовании Хасаюртовский район на 2016 год и проведение траурных мероприятий, посвященных 20-й годовщине трагическим событиям января 1996 года в памяти жертв террористической атаки банды Салмана Адоева на Кизляр и Первомайского. В целях реализации постановления правительства Республики Дагестан от 25 декабря 2015 года номер 360 о реализации приоритетного проекта развития Республики Дагестан в 2016 году, постановление администрации муниципального района от 14 января 2016 года номер 2 об утверждении планов мероприятий по реализации приоритетных проектов развития Республики Дагестан в муниципальном образовании Хасаюртовский район и указание главы муниципального района Джамбулата Салаева. 14 января в зале заседания районной администрации состоялось совещание с ответственными лицами и исполнителями приоритетных проектов развития Республики Дагестан в муниципальном образовании Хасаюртовский район под руководством заместителя главы администрации Касимова Вакида Дельхановича. 18 января в Центре традиционной культуры народов России муниципального образования Хасаюртовский район состоялось мероприятие, посвященное 20-летию трагическим событиям в селе Первомайское Хасаюртовского района в январе 1996 года. Открыл мероприятие вступительным словом глава муниципального района Салау Джамбулат Шапиевич. В мероприятии приняли участие руководители структурных подразделений администрации района, руководители учреждений и федеральных территориальных органов исполнительной власти Республики Дагестан в муниципальном образовании Хасаюртовский район. Сегодня состоится первое плановое совещание актива района в 2016 году по вопросу о работе муниципального отдела архива по соблюдению норм своевременной архивации документов в муниципальном образовании Хасаюртовский район за 2015 год, второе о работе административной комиссии администрации муниципального района за 2015 год, третье о ходе выполнения плана по актуализации земельных участков, оформления государственной кадастровой недвижимости и ведения по хозяйственным учетам в поселениях муниципальных образований в электронном виде по программе ПАРУС. Материалы подготовлены, Джамбулат Шапиевич, представлены вам. С вашего разрешения, Джамбулат Шапиевич, хотел бы зачитать информацию о группе подсчетной комиссии, которая будет проводить работы. Главой муниципального района подписано распоряжение от 18 января 2016 года под номером 7 о создании рабочей группы для проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств муниципального образования Хасаюртовский район. Период проведения проверки будет первый и второй квартал 2016 года. Состав комиссии утвержден в следующем порядке. Асналиев Ибрагим является председателем данной группы. Замещителем его является Саидов Артур, главный инспектор контрольно-отчетной комиссии, и членами рабочей группы утверждены Касимов Ваха, инспектор контрольно-отчетной палаты, Куйдаев Мурат, главный специалист финансового управления, Мамаева Диана, главный специалист финансового управления бюджетного отдела, Хасаева Чубай, ведущий специалист управления экономики, и Джамалов Гусейн Абдулкадырович, начальник отдела по работе с администрациями сельских поселений и информационным технологиям. Глава района Джамбулат Шапиевич поручил провести во всех школах мероприятий, посвященных трагическим событиям в городе Кизляр и селе Первомайское. Несколько мероприятий мы провели уже истекшую неделю. Одно из основных событий, то, что мы вчера провели 20-летнюю годовщину трагическим событиям, то, что у нас было в районе, это селе Первомайское, и то, что было в Кизляре в 1996 году, это январе 1996 года. То, что бандгруппа примерно где-то 350 человек ворвали Салмана Адоева. Было нападение на Кизляр, захватом заложников около 3000 человек. Также последующим переходом в наш район и захватом села Первомайское. По этому поводу вчера мы провели мероприятие. Были из республики гости и из актив района, жители села Первомайское. Специалисты управления сельского хозяйства проводят проверку состояния озимых и ремонт техники. На прошлой неделе специалисты управления сельского хозяйства по хозяйству нашего района проверяли состояние озимых культур. Состояние озимых культур на сегодня в районе хорошее. Также проверяли подготовку техники к весенним полевым работам. По району, хозяйствах района полным ходом идет подготовка техники и другого прицепного оборудования проведения весенних полевых работ.
Управление сельского хозяйства сейчас занимается годовым отчетом, уже начали принимать годовые отчеты. Особое внимание уделяем эффективному использованию пашни. Занимаемся управлением сельского хозяйства текущими вопросами, работаем по плану, никаких проблем нет. Идет мониторинг качества знаний в разрезе школ. Проводятся школьные олимпиады, говорит Абдулла Абдуллаев, начальник районного управления образования. Сила управления образованием проводила совещание по вопросам оказания образовательной услуги и качества его оказания. С этой целью идет мониторинг оценки качества образования во всех образовательных учреждениях. Практически 50% образовательных учреждений уже прошли. Вот, завершилось конкурс. Муниципальный конкурс «Самый классный класс» в районе. Это мероприятие проводится на всей территории Российской Федерации, в том числе Хасавюртинский район, муниципальный этап. И определили победителей этого конкурса. Это советская школа «Сосиклик», «Кастрик», «Аделятар». Также в республиканском олимпиаде по географии наши ученики 10-11 класса в селении Силух заняли первое место. В дальнейшем эти ребята будут принимать участие в всероссийском конкурсе. Идет в курсе повышения квалификации педагогических работников и социальных педагогов и учителя начальных классов. Вчера наш район посетила делегация Министерства образования Республики Дагестан. Целью приезда была у них проверка сменности образовательных учреждений. Они посетили селение Хамаюрт и по жалобе Теречной школе. Мы вчера с ними встретились, выезжали в образовательные учреждения. Все вопросы решаются на положительном уровне. Сегодня 14.00 я приглашен в Министерство образования и МЧС Республики Дагестан. На прошлой неделе у нас посетили тоже представители МЧС Республики Дагестан, то есть проверка была дача заключения образовательным учреждениям. 41 образовательное учреждение практически уже получили. Сегодня мы решаем вопрос на этой неделе. Мы завершаем дачу заключения. Осталось 12, мы с этим тоже вопрос решаем. Встречаемся с руководителем образовательных учреждений для дальнейшей деятельности. Сейчас заключение дается бессрочно, поэтому... Бессрочно? Да, бессрочное заключение. Вот. И эта проверка была с Рособорнадзора, где каждый образовательный учреждение должен иметь заключение для дальнейшей лицензирования на образовательную деятельность. Обстановка за истекшую неделю была благополучной, говорит Кавсарат Шаибова, замглавного врача Центральной районной поликлиники. Началась сдача отчетов. Обстановка за неделю благоприятная. По данным медицинских работников, за неделю зарегистрировано всего 74 случая острой респираторной вирусной инфекции. Из них 63 ребенка. 3 ребенка госпитализированы в стационар. Остальные в стационар госпитализации не нуждались, получают амбулаторное лечение. Острой кишечной инфекции зарегистрирован 1 ребенок. Он тоже получает амбулаторное лечение, госпитализации не нуждается. Мы с 15 числа начали сдачу второго этапа годовых отчетов из 103 названий по нозологиям. Мы на вчерашний день сдали 56. Наш день заслушивания на коллегии 9 февраля. До 9 февраля, наверное, мы все, это сам и комплексные планы, и конъюнктурные отчеты, все подведем итоги, все уже сдадим. Специалисты наши продолжают сдавать еще отчеты, они сегодня тоже поехали. Температурный режим во всех учебных учреждениях соблюдается. Других замечаний нет, работаем в режиме. Вот же волна какая-то идет с грипп. Грипп не зарегистрирован. Какая угроза у нас есть? Нет, острые респираторные инфекции, вот на это уделяем огромное внимание. Предупреждены все руководители учебных учреждений, грипп еще не зарегистрирован. А в республике есть случай, одна женщина, еще один городской мужчина умер. Ну, такой угрозы нету. Нету пока. Среди населения там какая-то волна идет, поэтому надо их информировать постоянно. Все дети дошкольного возраста и все из группы риска, все и беременные женщины, и больные из группы риска, все они получили гриппол. Мы привели их, привели они все в декабре еще месяце. Так что. Хорошо. По управлению социальной защиты населения базу сдали, информирует Атикат Азаматова, начальник данной службы. Хорошо идет работа по МФС.
Базу сдали, заявлены необходимые суммы. Всегда на 1 января у нас была индексация по отделу пособий семьям с детьми. В этом году мы получили письмо, по которому индексация будет производиться с 1 февраля 2016 года, и размер индексации еще не указан. Далее у нас с 1 апреля должна была быть индексация по ЕДВ, отдел ветеранов, ветераны труда, труженики тыла, реабилитированные, жертвы политических репрессий. Неизвестно будет, не будет. И по ЕДВ, по педагогам ЖКУ тоже неизвестно, когда будет. Далее, 28 апреля у нас уже сроки бухгалтерской отчетности. Мы почти что готовы, и 28 будем сдавать. У нас с 1 января хорошо идет работа с МФС. Это тоже большая помощь. Почему? Потому что мы получили письмо Министерства труда и социального развития Республики Дагестан, по которому у нас началась проверка личных дел получателей пособий. Обычно это у нас начиналось с 1 февраля, а в этом году с 10, с 11 января мы приступили к проверке личных дел получателей. И по этому приказу, если в делах после того, как мы проведем проверку личных дел, выявятся ошибки, то вплоть до увольнения специалиста есть приказ министерства. С выездом на место мы поздравили троих ветеранов труда, тружеников тыла, которым исполнилось 90 и больше лет. Это два человека в Мацалауле, один в Покровском. И на февраль месяц мы получили открытку с поздравлениями в селении Круш. Составили план работы на 30-летие Чернобыльской катастрофы. По этому плану мы планируем совместно со средствами массовой информации, выезд на места, очерки и встречи с участниками ликвидации Чернобыльской АЭС. По плану с ГИБЕК мы поговорим и с газетой тоже. Всем учреждениям культуры совместно со школами поручено провести мероприятие, посвященное 20-летию нападения Салмана Радуева, город Кизляр и село Первомайское. В следующей неделе в учреждении культуры района проходит мероприятие, посвященное 20-летию трагическим событиям Кизляра и Первомайска. Филиалы национальной системы «Батальон» проведены мероприятия «Страшные символы эпохи» и мероприятия организованы просмотр книг по этой тематике. Также в личной системе «Селен Кадантар» проведен тематический вечер «Не против террора». В мероприятии был оформлен стенд «Помним и скорбим». В завершении мероприятия у стенда были возложены цветы и зажжены свечи в память погибших. Продолжается конкурс детского рисунка «Мир во всем мире», где будет рассматриваться более 36 работ учащихся филиала по изобразительному искусству «Селен Круш» детской художественной школы. Центр традиционной культуры народа России «Водник» организован литературно-музыкальный монтаж вчера «Помник и чтим», посвященный трагическим событиям Первомайска. В селе Чели состоялся мажлис, среди учащихся, которые приняли участие представители своего имама Хамирза и другие известные богословы. Также в Хасаевском районном отделении внутренних дел прошло оперативное совещание с участием представителей администрации и духовенства. Далее в этой неделе у нас продолжается также проведение мероприятия по этой трагическим событиям Первомайска. Сегодня состоится в Аксае тематический вечер вместе «Наша сила». Завтра будет Первомайск, пройдет круглый стол «Экстремизм, терроризм, угроза подрастающему поколению». Еще такие же на эту тему будет проведено мероприятие «Селен Круш». Это в рамках какого плана? Трагическим событием 20-летию. 20-летию событиям трагическим. Да. Ну, совместно с антирисковой комиссией. Да, совместно с администрацией села, с главой и другие активисты села. Проводим мероприятие. Во-первых, с антирисковой комиссией нашего района. Да, они были не приглашены. И чтобы мы могли на первом же нашем заседании, соберемся сами члены комиссии, чтобы могли мы это еще раз обсудить. Угу. 15 по 17 января проходили соревнования по вольной борьбе в городе Хасаюрт. Из Хасаюртовского района принимали участие 6 борцов. Один борец занял первое место, говорит Ахмед Исаков, начальник отдела физической культуры, спорта, молодежной политики и туризма. На прошлой неделе с 15 по 17 число в городе Хасаюрт проходило первенство Республики Дагестан по вольной борьбе среди юношей. Из Хасаюртского района выступали 6 спортсменов, одно первое место. Мы 4 спортсмена включили в состав сборной Дагестана для участия в первенстве Южного федерального округа. Также с 13 по 16 число город Каспийск проходило первенство Республики Дагестан по тайскому боксу среди юношей 4 возрастов. Из нашего района выступали 15 спортсменов, 4 первых места и 3 третьих места. Все первые места это из села Баташорт, тренер Канаев.
Также на прошлой неделе позвонили с Министерства по спорту Республики Дагестан, это приятная новость, подвели итоги по спорту конкурса на лучшую организацию спортивной массовой работы среди городов Республики Дагестан по развитию физической культуры и спорта Республики Дагестан. Хасаевский район занял первое место. Поздравляю. Так, в вашем лице, конечно, всех работников. Награждение будет попозже, будет сказать, в рамках посвященного 20-летию событий по кизяк первомайских событий. Также у нас проводятся мероприятия сегодня первомайском, проводятся акции, проводятся. Также у нас и спортивные мероприятия по волейболу, юношей и девушки проводятся. Так что, по-моему, и завтра у нас как раз комиссия по этому вопросу. Месяц из антистеррористической комиссии и месяц работников культуры, ровно 10 часов начала. Также о работе своих отделов информировали Магомед Пахрудинов, начальник абонентной службы «Энергосбыт», Марат Ахаев, начальник абонентного отдела «Межрегионгаз Пятигорск», Самир Матиев, начальник отдела архитектуры, градостроительства и ЖКХ, Руслан Амаев, Вахид Касимов, заместитель главы администрации, и Загир Гаджиш Баташи, первый заместитель главы администрации района. А Гирей Гиреев, начальник полиции отдела МВД по Хасаевертовскому району, доложил о криминогенной обстановке за истекшую неделю. Аппаратное совещание прошло в духе требовательности, где каждому руководителю даны поручения на текущую неделю.